Тренажер Bizon 1 относится к тренажерам нового поколения. Он имеет несколько степеней свободы, которые обеспечиваются эффективной нагрузкой. Его конструкция такова, что он представляет собой корпус, включающий два сферических шарнира, которые нагружаются посредством силы трения. Нагрузка устанавливается плавно и может быть установлена любого уровня, как для реабилитации, так и для развития суперсиловых способностей. Много степеней свободы тренажера позволяют обеспечить более 100 тысяч упражнений на руки, плечевой пояс. При высокой эффективности выполнения упражнений тренируется одновременно сердечно-сосудистая система. Он зарекомендовал себя более чем в 20 видах спорта, где предъявляются повышенные требования к действиям рук. Он зарекомендовал себя в реабилитации, поскольку нагрузку можно установить любую. С ним тренируются спецвойска, вот специального назначения, милиция, ОМОН и различные спецподразделения. Ну и также большой эффект он имеет просто для домашней тренировки. Что касается установки нагрузки, первая операция – надо отпустить кольцевые контргайки, которые находятся в середине корпуса. И после этого крайними удерживающими кольцами мы либо усиливаем нагрузку, вращаем ее в сторону плюса, который нарисован на этикеточках и справа, и слева, либо ослабляем до нужного уровня, вращая в обратную сторону. После того, как мы установили нагрузку, мы должны проверить ее, соответствует ли она тому заданию, которое мы собираемся выполнять. Как только мы убедились, что с нагрузкой все нормально, мы закручиваем кольцевые контргаечки, фиксируем тренажер, и в этот момент он готов к работе. В заключение я хочу пожелать всем пользователям нашего тренажера большой удачи. Пусть каждый достигнет результатов, доступных для него. Кто-то пусть восстановит свою двигательную активность, кто-то оздоровится, а кто-то пусть достигнет суперсилы. И вот в завершение нашего короткого фильма я покажу одно упражнение, которое я пожелаю выполнить через полгода всем силачам, которые активно его будут использовать. Берется первый гвоздь и сгибается легким движением руки пополам. Теперь тоже проделаем со вторым гвоздиком. Ну а теперь просто берем и завязываем их на узел. В результате получается вот такая хитрая фигурка, узел соцкого. Желаю вам его иметь собственноручного изготовления.